Всем привет, дорогие друзья! Сегодня супер крутые новинки Shopkins Wheel Style. Эти здоровские сюрпризики я нашел специально для вас, чтобы сегодня вместе с вами открыть и посмотреть, что же там попадается, друзья. Смотрите, какие красивые фиолетово-розовые коробочки. Очень здорово выглядят. Крутая фирма Муса делает. И вот такие внутри должны быть игрушки и то ли корзиночка один питомец, либо в этой корзиночке еще два будет Шопкинса. Это мы точно сейчас прямо узнаем, друзья. Как мы видим, коробочки квадратные, необычные. Давайте уже приступать к распаковке. Wheel Style 2 Шопкинса New. Так, 9 сезон, друзья. Может быть, он совсем не новый, но у нас он только появился. Так что для меня он новый, я буду открывать как новый. Открываем эту коробочку замечательную и видим внутри вкладыш, друзья. Очень большой вкладыш. Давайте по порядку. Смотрите, сколько здесь очень много крутых игрушек. Племоискателей сердечек, сердечки Шопкинсы, племя гламурных драгоценностей. Тут племена прям, друзья. Племя радужных мечтателей. Посмотрите, какие классные. И племя пушистиков тут есть. Также есть племя модных танцовщиц, блестящие. И племя милашек-хамелеонов, меняющих цвет. И с другой стороны еще племена. Племя сладких жмутиков, легко сдавливающиеся. Племя глазированных фруктов, полупрозрачных. Племя молочных продуктов с этикетками. И драгоценности. Племя гламурных драгоценностей, друзья. Вот это вот супер гигантскую коллекцию представлено сейчас посмотреть, друзья. Итак, смотрите, как выглядит сюрприз. Вот в таком вот желтом большом пакете. Открываем его аккуратненько. И пробуем достать. Дан-дан-дан. Давно не открывал Шопкинсов, так это хочется. Посмотрите, какая милая корзинка. Она так здорово выполнена, такие глазки, такая милота. И пробуем снять эту крышечку. Когда мы сняли эту крышечку, мы видим тут два пакетика, друзья. Самое крутое, что эта корзиночка закрывается с писькой. Или это барашек. Скорее всего, барашек, да, с кудряшками. Друзья, напишите в комментариях, что это за барашек с мороженками. Что это за племя? Сейчас, друзья, вместе с вами узнаем, какое нам племя попалось. Ух ты, племя сердечек нам попалось. Какое же оно красивое. Посмотрите на это сердечко. С маленькими еще сердечками. Вверху сердечки, очень крутое. Подмигивает нам глазиком. Здоровский Шопкинс. Мне очень нравится эта коллекция. Я очень рад, что мне удалось купить и показать вам, друзья, заодно, как все это выглядит. Так. Открываем следующий сюрпризик. И здесь новая коллекция, друзья. Вот это вот надо поискать. Кто это такой? Очень прикольный, радужный Шопкинс. Белый такой, с радугой. Так, давайте его попробуем найти, друзья. Как зовут этого радужного Шопкинса? Или хотя бы уж не как зовут, а из какого племени? Единорогов, что ли он? Или нет? Похоже, да, друзья. Вот он, да? Если я ошибаюсь, нет, не единорог, радуга. Так, давайте еще быстренько тут посмотрим. Так, 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 где же ты спрятался? Вот он, племя радужных мечтателей. Вот он, это Шопкинс под номером 9015. Радужный дресс-код. Класс. Вот такие два Шопкинса и вот такая крутая корзинка были в первом сюрпризе. Мне они очень понравились. Пиши в комментариях, как тебе они. А мы уже открываем следующий сюрпризик. И смотрим дальше, кто здесь нам попадется. Конечно, хотелось бы найти нового, не повторяющегося, чтобы показать вам, друзья, какие Шопкинсы попадаются еще в этих сюрпризиках.
вкладыш мы уже смотреть не будем, мы его видели. А достаем чисто корзиночку с сюрпризом. Так. Ух ты, какой классный! Вы посмотрите, синяя хрюша нам попалась. У нее копытца, хвостик, все на месте. Круто. Так, снимаем крышечку. И внутри два пакета, как и в предыдущем. Помимо шопинцев, здесь можно еще что-то, мне кажется, хранить. Выглядит так, что очень здорово эти сюрпризы. Так, смотрите, какой нам крутой шопинс попался из какого-то... Баночка с вареньем, похоже, это или что это? Племя милашек хамелеонов. Кто это такой, друзья? Напишите в комментариях обязательно, как его зовут. А мы быстро попробуем его найти. Ну вообще, по-моему, уже его нашел. Вот он, да, прям быстро нам повезло. Племя милашек хамелеонов, друзья. Этот Шопкинс меняет цвет. То ли от нагрева, то ли в воде. Как-то он менять должен цвет. Если точно знаешь, можешь написать об этом в комментариях. Как он круто выглядит со всех сторон. Не помню, я вот эти вам крутил, показывал. Давайте еще раз покажу. Вот эту точно не крутил. Показал только спереди. Класс. И последний пакетик на сегодня, друзья. С Шопкинсом. Ух ты, прозрачный Шопкинс клубника. Какой же ты крутой, классный, миленький, прям прозрачный, прозрачный, аж просвечивается, друзья, посмотрите. И так круто детализирован, раскрашен. Мне очень он нравится, клубничка Шопкинс супер крутая. И очень-очень красивая, друзья. Сейчас я точно посмотрю из этой коллекции на прозрачный. Где это у нас прозрачная коллекция, друзья? Так, и будем подводить итоги с вами. Да, полупрозрачная, вот она, клубничка нам попала. Starberry Kiss. Итак, друзья, смотрите, какие крутые сюрпризики нам удалось с вами сегодня собрать. Мне очень понравилось, я очень доволен. Ставьте пальчики вверх этому видео, подписывайтесь на канал, если это еще не сделали. Увидимся в следующем видео, которое уже очень скоро. Всем пока-пока, до новых встреч, goodbye, my friends. Круто, что у этих шопинзов есть вот эти баночки. Хоп, положили два и закрыли. И можно их здесь очень круто и здорово хранить. Вот это мне больше всего понравилось, что помимо шопкинсов есть еще такие замечательные баночки. А тебе понравились они? Напиши об этом в комментариях.